Задумывался ли ты когда-нибудь, насколько ты хороший капитан? Насколько твои колы эффективны и рабочие? Сможешь ли ты управлять полноценной профессиональной командой своими колами? Вот такими вопросами задался и я. Поэтому сегодня я буду управлять своей командой CyberShock Esports. Фейк, что за хуйня? Я так не играю, мужики, без шуток. Я буду говорить ребятам, когда выходить на Б, когда возвращаться на А. Я буду делать полный бред, полную парашу. Но мы посмотрим, можно ли тупыми колами выиграть игру. Да, чуваки, вот так вот надо. Ребят, работаем, работаем. Поэтому желаю тебе приятного аппетита и просмотра. Только после твоего лайка. Спасибо. Мы решили начать с матчмейкинга, посмотреть, что там происходит, и после пойти на фейсит, где будем играть против 4-5 тысяч элла фейсит игроков. Так, ребятки, покупайте только смоки. И P250. Все делайте челлендж на P250. Идем на Б. Все, все, выходим, выходим, выходим. Упал, упал на плент. Ворота и плент. Дефолт, дефолт, дефолт. Можно дефолт убить? Можно убить. Окно пушим, окно пушим. Поднимайся, Макс. Поднимайся, поднимайся. Я выпрыгиваю. Давай, все правильно. Двери, двери. Киты есть, киты есть. Умница, феномен. Вот, пожалуйста. Пошло, Егор, распишись. Покупайте все до нуля. Вы должны закупиться так, чтобы у вас бы осталось бы ноль денег. Вот именно ноль. Это только... Все, идеально. Сейчас смотрите, стойте, стойте. Вот тут астралис делаем. Вы здесь астралис. Идите сюда. А, хотите за троллю? Нет, такого не было кола троллить. Ладно, я тогда стираю то, что я написал. Я хотел написать в Телеграме, ты писал, что мы мясо. Сейчас желаешь нам удачи. Идеально, идеально. Егор, распишись, ради. Если он играет под Б, ты должен написать это в чате. Он начнет оправдываться. И в это время, пока он печатает, мы убиваем его. Готовы? Гол. Все, погнали. Идем, 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 идем. Вот. Он писал, нет. Зиксом, зиксом, зиксом стоит. А вот и все. Идеально, все, молодцы. Да, чуваки, вот так вот надо. Молодцы. Давайте лонг покажем, как мы можем выходить. Три лонг, три лонг. Ладно, уходим, уходим, уходим. Под мид запушил, мид убил. Сейчас, я проверю, где он туда. Он... Гусь. Гусь. Так, сейчас, секунду, чуваки. Возьмите паузу. Тайм-аут? Нет, я зайду на random.org и посмотрю, куда пойти. Хукси так колет? Я думаю, да. А единичка это А, двойка это Б. Раз, два, три. Идем на А. Так, лонг или шорт? Шорт это один, лонг это два. Идем на шорт. Все впятером. Есть смок на Х, дадите? Блять, он не долетел. Так, ребят, смотрите, сейчас подойдите к лонгу и киньте мне вот просто, сколько там, 4 флешки на выход. Я захожу на лонг, и вы кидаете 4 на выход сайта. Я первые 2 сайта. Даю. Дал раз. Дал, да? Дал два. Дал три. Не, никого нет. Сейчас киньте 4 флешки мне на выход. Я дал одну. Дал второй. КТ. Я жду. Ой, блять, какой ужас! Пошел, добро, давай, фейк сделает. Он не сделает фейк, что за хуйня? Я так не играю, мужики, без шуток. Ну я так не играю, чуваки. Все нормально. Это Рафлс. Все, ставьте бомбу под шорт и вдвоем шорт. Молли, киньте в КТ. Все, вдвоем шорт. Смотрите, он будет дефать, но вы не выходите. Вообще не выходите. Вы вообще не должны выходить. Все, сидите до конца так. Он от нервов сдохнет. Готовы? Ждите, ничего не делайте. Вот просто стойте АФК. Какой будет дефать бомбу 1-2 в такой ситуации без смока и флешки? Ну что это за трэш? Ребятки, стойте АФК. До бомбы. Будем делать ретейк. Мид, 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 мид вышел. Да, вижу. Давайте, мам, выходи. Этого убейте. Трое, трое здесь. Ебать. Они близко. Прыгай, прыгни. Риски, прыгни. Б пикает. Он один. Нас... Все через КТ идем. На лонге. Сверху, сверху. Зик и мост. Ласт мост красный. Play me. Пойдем со мной запушим мидл. Кто-нибудь. Я иду с тобой. Феномен, защищай нас на миду, вы остальные на играете. Никого не видел. Никого не видно, это Б, значит? Денежка. Никого тут тоже нет. Есть флешка.
Они в нишке. Я не знаю, походу они точно, в нишке. Они точно в нишке. И еще, скорее всего, нижний. Или верхний. Вижу. Вижу. А, он в туннеле, в арке. Молодцы. Один Б запикан на 70. Мидл выбежал. СП 250? Метабил? Я с тобой, Илья. Можешь... Тачка первый или мне? Да, тачка. У двери. По двери. Справа у тебя. Справа упор и тэшка. Справа упор и тэшка. Время. Да, есть время. 15 секунд. 8. Мне здесь дефуз нужен. Давайте диглы, 5 диглов. И все выпрямим спелс. Может, выползем в смог? Так, нормальный смог, я в дефолт. Идея хорошая, давайте. В дефолт все прыгаем. Погнали, погнали, погнали. Да, да. Дефолт битый. Дефолт битый. Нормально. Один фраг есть, работа. Кто знает больше всего раскидки под мираж очень быстренько, чтобы кинуть ее. Нужно кинуть смог на стейрс, КТ и джангл. Ты это раскидываешь, двое летят на Б, вы делаете вид, что это Б, и мы выходим под А с бомбой. Кидайте, кидайте гранаты. И сейчас, стойте, мы стоим, ничего не делаем. И они притягиваются на Б, и мы выходим под А. Это тройной фейк, чуваки. Выходим, выходим. Выходим под А. Подвал. Я малик КТ дал. Внешка, подвал, внешка. Голова, голова, голова. Ой, до сих пор. Кон зашел налево. И слева. Ха, я ему дал. Стрелка хукси один. Давайте, давайте на мидл выйдем в пятером и будем там стоять. Просто в течение всего раунда будем стоять. Кто-то у холодильника, кто-то у боксов, кто-то на старте. И просто стоим и чекаем все позиции. На 40-й секунду выйдем в шорт. Мидл запикал. Еще 10 секунд. И зиг 2, 2 зиг, 2 окна. Зиг 1. А, не хватило. Я уже говорил тебе, что такое безумие. Мы должны сделать абсолютно то же самое. Ой, давайте, все, у нас есть скилл, давайте, давайте подать через коннектор. Давай. Маленький можно дать. Окно умер, окно умер, окно умер. Видишь? Слежу джаг. Ну я поставил под КТ. Кон. Кон лад. У тебя. Да, хорошо. Ребят, работаем, хорошо. Работаем. Все в андер и в пятером бусимся в окне. И с окна идем в кичен. На шифте до конца. Да, можно не вставать, можно не вставать. Идем так. Баня, и это сейчас спустится. Так, пока ничего не видно. На дороге, вернее. Убил. Окно убил, дай босс. Все, зик, 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 зик. Дал зик, так, еще под коном. Кон, кон, кон. Идем, идем под Б, идем под Б. Я малю кичен дал. Идем кичен, идем кичен. Он тебя не считает, не чекал тебя вообще. Дефайл. Познал. 5 секунд. Без шансов. Чуваки, ну это без шансов. Супер, супер, давай так. Короче, ты делаешь open фраг, возвращаешься, вы делаешь open... Все, возвращайся, я возвращайся. И через 10 секунд то же самое сделаешь, хорошо? Риски давай. Все, возвращайся, возвращайся, возвращайся. Я могу еще третий раз повторить. Не-не, через 5 секунд 5. Ну, уже под флешку. Раз, два, три. Фонарь улетел. Не вижу. Я отпустил, прохожу. Все, идем, идем. Я думаю, нам на шифте. Подтягивайтесь, 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 давайте. Бля, под головой пикает. Здесь. Убил. Зайдите все вчетвером в кон. Все вчетвером в кон. Займите, окружите кон. Так, все, позиция. КТ, два. КТ, два. Можете астралис сделать? Оставите резко астралис. Купите все диглы, все 5 диглов давайте. И заметьте любые позиции, где вам удобно играть. Б ждем. Все, Б, это Б. Еще один. Еще один тут за бэксайдом. Найс. 4-2. Ракету чекайте. Бомбы не было. Это фейк. Они лучше нас. Уедь, они, да, они да, пожестче да. Даже фейканули. Смотрю яму, яму. За искрой, за искрой. Джангл. Джангл. Ай-яй-яй. НТ. Как вы различаете ну, фена и... И феномена? Как вы... Илья и Дима. Иногда просто говорим фен. А там... Кто поймет? А там похуже. Если кто-то откликнулся, уже хорошо. Нормально работаем. Давайте медленно под АС играем. Давайте кидаем раскидку. А,
Авик, авик, авик. Молик ему дали. Один, один. Возможно, красный, но не думаю. Блять! У нас побыла. Кон! Убил кон. Давай обратно, давай обратно. Я кину смок АТ и попробуем убить этого Тейрс или Биджанку. Давай. Кинул смок АТ. Кинул. Глаза месяц залепил. Контап. Так получилось то, что на фесте играть было проще, мы взяли больше раундов. Но опять же, если были бы клоуны нормальные, то было бы все гораздо проще и лучше. Если тебе понравился этот ролик и тебе понравилась наша команда, то пожалуйста, не забудь подписаться на наш отдельный телеграм-канал, где мы пишем новости о команде. И я не скидываю даже свои кружочки. У нас есть паблик ВКонтакте и в Телеграме, где тебе удобнее. Все есть в описании этого ролика. А я с тобой прощаюсь и до следующего ролика. Пока. Жди нас в Сербии, скоро будет лан-турнир.